Нацеленность на успех, умение конструктивно мыслить, способность принимать смелые решения. Все это про них, молодых парламентариев Кировской области. С 2006 года в законодательном собрании создан и работает молодежный парламент. Те, кому нет еще и 30, все эти годы принимают активное участие в судьбе родного края. Ведут активную законотворческую и проектную деятельность. На днях свое последнее пленарное заседание провели и молодые парламентарии 7-го созыва. Подвели итоги работы. Забегая вперед, можно точно сказать, молодежный парламент – это не игра в политику. Это надежный тыл депутатов областного законодательного собрания и серьезный кадровый резерв будущих специалистов для всех уровней власти. Для этого и создавали депутаты ОЗС 5-го созыва все условия работы для своих молодых коллег. Наш молодежный парламент – действенная часть молодежного резерва всех уровней власти. У нас есть молодые парламентарии, которые заметны на федеральном уровне. Это Дмитрий Шатунов. Есть молодежь, которая стоит в резерве Приволжского федерального округа. И, конечно же, на региональном уровне. Стали министрами и замминистрами в правительстве нашей области такие молодые парламентарии, которые прошли эту школу, это Александр Зорин и Александр Булдаков. Законотворческая деятельность стала приоритетным направлением в работе молодых парламентариев 7-го созыва. За 4 года работы ими были предложены десятки законотворческих инициатив. Наиболее значимые озвучил председатель молодежного парламента этого созыва Дмитрий Шатунов. Было предложено и поддержано внесение предложений в проект закона Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области о мерах по обеспечению безопасного пребывания детей в общественных и иных местах на территории Кировской области. Наши предложения были приняты и поправки в данный закон внесены. Также внесение предложений в проект стратегии развития молодежи в Российской Федерации до 2025 года. Также мы с вами готовили туда наши предложения, которые были приняты, часть из них вошла в стратегию. Организован сбор подписей в поддержку обращения молодежного парламента при Государственной Думе председателя правительства Российской Федерации по поводу возвращения федерального субсидирования отдыха и оздоровления детей определенных категорий. Речь идет об инвалидах, детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей. Собрано было в Кировской области более 1000 подписей, по всей России более 50 тысяч подписей было собрано. И возможно, что мы повлияли на это решение, субсидии были возвращены, и их размер был увеличен. И это лишь самые яркие законотворческие инициативы молодежного парламента этого созыва. Еще несколько в данный момент сейчас находятся на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации. Активно занимались молодые политики в свой созыв и проектной деятельностью. Было проведено более сотни различных мероприятий для молодежи и детей по всей области. И особый акцент они делали на патриотическом воспитании молодежи и популяризации физкультуры и спорта в регионе. Нами было реализовано немало проектов различной направленности, как спортивных мероприятий, так и обучающих уроков для школьников и студентов. Также были социально направленные проекты, связанные с детскими домами. Можно сказать, что мы организовали команду молодежи, которая дальше будет продолжать реализовывать новые проекты, новые законопроекты. Многие из нас будут участвовать на предстоящих выборах в сентябре, как в законодательное собрание Кировской области, в Кировскую городскую думу в 2017 году и в муниципальное образование Кировской области. Кстати, работа членов молодежного парламента 7-го созыва отчасти перекликалась с деятельностью депутатов областного законодательного собрания, что для будущих законотворцев, несомненно, богатый опыт. 36 членов парламента также работали в комитетах по ЖКХ, социальным вопросам, патриотическому воспитанию, образованию и науке и так далее. Проводили круглые столы, в том числе и совместно с депутатами законодательного собрания, вели активную контрольную деятельность. Под руководством Егора Поспелова, члена молодежного парламента, провели обследование теплосетей на территории города Кирова. Была обнаружена масса нарушений по теплоизоляции. И, в общем-то, в ходе данных проверок данные нарушения были устранены. А Виктор Николаевич Жильков, председатель комитета в ЗАГС собрании такого же профильного, выразил благодарность, в общем-то, членам молодежного парламента и его лично за проделанную работу. И также под руководством Константина Сечихина была проведена проверка жилья на новостроях, тоже также были найдены определенные нарушения, и, в общем-то, данные вопросы тоже были решены. Заслушали молодые парламентарии и отчеты председателей других комитетов. 9 мая 2016 года более чем в 150 городах России прошла спортивная акция «Рекорд Победы», и Киров не стал исключением. Суть акции заключалась в том, что все желающие должны были отжаться в сумме
25 933 раза. Ровно столько раз, сколько прошло дней с Дня Великой Победы. 19 февраля состоялось заседание комитета по образованию на обсуждение был выдан проект о проведении конкурса по написанию научных работ и законотворческих инициатив. Также на заседании обсуждался проект по созданию серии анимационных роликов на тему истории родного края. Проект был выдвинут по причине низкого балла кировчан на Всероссийском тесте по истории Отечества в части блока вопросов по истории нашего региона. Сотрудничество с коллегами из других регионов молодые кировские политики также успешно развивали все эти годы. Подписано несколько соглашений о взаимодействии, в частности, с молодежным парламентом при Государственном совете Республики Удмуртия. Кстати, некоторые из них также присутствовали и на заключительном пленарном заседании их кировских коллег. К слову, весьма опытных коллег. Наработки кировчан в этом направлении берут на вооружение амбициозные молодые политики из других регионов. Мы получили опыт сотрудничества, мы посмотрели, как работает парламент, который существует уже не первый год. Наш парламент был сформирован в декабре прошлого года, то есть полгода назад. И мы пришли на новое место без опыта работы в молодежном парламентаризме, без каких-то идей, без навыков работы. И вот такое сотрудничество, оно показало, как нужно работать, оно показало нам, какую деятельность нужно вести, как ее нужно вести. Ну и, конечно, вот... Мы сразу взяли на вооружение законотворческую инициативу молодых парламентариев Кировской области об ограничении продаж алкогольных и энергетических напитков и взяли ее сразу в работу. И вот буквально на ближайшей сессии, которая состоится 29 июня, мы сделаем решение в Государственный совет о применении такого же закона в Удмуртской республике. Депутаты областного законодательного собрания никогда не скрывали. Своими юными коллегами гордятся. А проект молодежного парламента можно считать весьма успешным в Кировской области. Это поколение думающих, инициативных людей, патриотов своей страны, считают депутаты. Здесь, в молодежном парламенте региона, как нигде, успешно формируются все эти качества. Приобретается бесценный опыт. Старшее поколение, мы прошли школу комсомола и партийного резерва также точно. И поэтому нашей молодежи важно передать наш опыт и подготовить их не на словах, не в теории, а на деле для того, чтобы молодежь стала в будущем управленцами в области и, конечно же, в стране. Депутаты законодательного собрания Кировской области выполняют государственную задачу, подготавливая резерв для управления страной. За период работы в молодежном парламенте Кировской области 7-го созыва его состав претерпел большие изменения. Люди приходили, одни оставались, другие оставляли работу в парламенте. И как считает председатель парламента Дмитрий Шатунов, в проигрыше в любом случае никто не остался. Те, кто дошел до конца, уже готовы принять участие в предстоящих выборах в Думы муниципальных образований и законодательное собрание Кировской области. Если говорить об общих итогах, то лично я доволен работой молодежного парламента. Пусть тот факт, что сменилось много членов молодежного парламента, зато многие для себя поняли, интересна ли молодежная политика, либо неинтересна. Хотят ли они продолжать себя видеть в данной отрасли. Это тоже хорошо. Многие люди сменились в молодежном парламенте, но нашим итогом стал большой объем работы, который мы сделали, и наша дружная команда. В заключении заседания были подведены итоги работы самих парламентариев. Самые активные отмечены благодарственными письмами председателя законодательного собрания области Алексея Ивонина. От имени председателя законодательного собрания Кировской области Алексея Максимовича Ивонина я передаю благодарность Шатунову Дмитрию Александровичу за активную работу в молодежном парламенте при законодательном собрании Кировской области и участие в формировании и реализации молодежной политики в Кировской области. Стоит отметить, что согласно положению молодежного парламента при законодательном собрании Кировской области, новый созыв будет формироваться несколько иначе. Теперь каждый парламентарий перед вхождением в состав должен подать соответствующую заявку с предложением законопроекта, проекта либо эссе на тему развития молодежной политики Кировской области. После чего конкурсная комиссия, состоящая из депутатов и членов молодежного парламента прошлого созыва, утвердят список тех, кто, по их мнению, прошел этот отбор. Yeah.